Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Израиль. С вами Елена, и сегодня мы поговорим о бюджетной косметике. Я покажу вам продукты из бюджетной косметики, которыми я пользуюсь, и очень их люблю, и они совершенно ничуть не уступают люксовой косметике. Также у них очень элегантное, красивое оформление, так что... Итак, начнем с помады фирмы Jade. Вот такая красивая, элегантная упаковочка, мне нравится. И вот такой вот красивый матовый розовый цвет. Номер 762. Я сделаю вам свотч. Очень приятная у нее текстура, у этой помады. Она совершенно не сушит губы, приятная очень на губах, увлажняет. Обычно матовые помады, они очень сушат губы, и из-за этого я их не люблю. Но вот именно в этой фирме мне очень понравилось. И у них еще есть очень много разнообразных оттенков. Следующее, что я хочу вам показать, это тушь Paradise Ecstatic от фирмы L'Oréal. Она сегодня на мне, я ее нанесла, замечательные красивые ресницы она делает. У нее вот такая вот кисточка, очень удобная, кстати, и я накрасила, она очень хорошо удлиняет ресницы, разделяет их, не слепливает их. Такая кисточка. И также придает хороший объем. Замечательная тушь. Вообще туши от L'Oréal я очень люблю. Вот сколько раз я покупала и никогда не разочаровывалась в них. Следующее — это лак от фирмы Jade тоже. Этот цвет на мне сейчас, посмотрите. Номер 538 Pink Princess. Замечательный цвет. Я люблю розовые оттенки. Вот такой вот. Фирма Jade — это израильская наша фирма. И вот еще вот такой розовый цвет я люблю. Но он более такой красивый, молочный очень. Это номер 537 Pink Patty. Замечательный. Следующий продукт — это помада от Essence, которая вот сейчас у меня на губах. Я очень ее люблю, потому что она, во-первых, красивый цвет, и во-вторых, текстура тоже очень приятная, увлажняющая. Я даже не ожидала, что будет такое хорошее качество за маленькие деньги совершенно. Это номер 01 Кураль. Красивый цвет. Сводч я вам не делаю, вот она у меня на губах. Следующее, то, что я хочу вам показать, это я уже показывала эти шиммеры фирмы Jade. Также показывала сводчи, но еще раз я вам покажу. Очень красивые цвета. Ну, естественно, их нужно растушевать, чтобы они не выглядели таким блестящим пятном. Сама коробочка выглядит вот так. Everglow Highlighter Palette. Следующее, то, что я хотела бы вам показать, мне очень нравится также от фирмы Jade праймер, которым я пользуюсь. У него матовый финиш. Matte Perfecting Primer, который я наношу под мейкап. Он закрывает поры, матирует.
Следующий айлайтер. У меня уже один закончился, и я решила приобрести еще один. Тоже фирма Jade. Посмотрите, очень красивый. Красивое оформление мне нравится. Ничем не уступает люксовому. И вам сейчас покажу сводчик. Я не знаю, если видно, он на мне тоже, я его нанесла. Очень такой блестящий, переливающийся. Такое красивое оформление, лаконичное. И вот то, что написано на обратной стороне коробочки, называется Velveten, 121 номер, Divine Pearl. Было еще два цвета, тоже замечательные цвета, но мне больше этот нравится, которым я пользуюсь. И еще одно, то, что я даже не ожидала такого эффекта, я хочу вам показать. Это от фирмы Maybelline. Называется Tattoo Brow. Я случайно не выбросила коробочку. Вот и хочу вам ее показать. Фирма Maybelline. Это такой гель, который вы наносите кисточкой на себе на брови. Потом держите 20 минут, ждете, когда высохнет. И потом прямо пальчиком, прям ногтем нужно счистить то, что высохло. И он оставляет очень красивый и причем натуральный пигмент, цвет, который держится где-то дня 3. Он сразу не смывается. Вот такая коробочка, упаковочка. И у них есть 3 цвета. Я взяла коричневый, medium brown. Такой. И сейчас я хочу прям при вас нанести его. Сегодня я ничего не наносила на свои брови. Обычно я пользуюсь карандашом. Такая вот кисточка. Нужно нанести на брови. Надеюсь, что я нанесу ровно, потому что я что-то плохо стала видеть. Можете придать форму, если нужно. И таким толстым слоем, не тоненьким. Вот на одну бровь я нанесла. Сначала смотрится, конечно, очень смешно. Сейчас нанесу на вторую бровь. Чуть-чуть промахнулась, но это можно сразу стереть, пока мокрое. И ждем 20 минут, пока высохнет. Итак, прошли 20 минут. Я выгляжу очень смешно, как Марфушенька-душенька. Помните, она была тоже с такими бровями, только еще и с румянами, с такими от свеклы. Высохла, и я начинаю счищать просто вот так вот пальцем, ногтями. Видите, как резиночка такая отходит. После того, как я выключила видео, чтобы ждать 20 минут, я еще раз перед зеркалом нанесла пожирнее и погуще, потому что я не очень вижу хорошо. Наносим, снимаем, то есть прям вот так вот. Оно как пленочка снимается, видите, как резиночка. И держится все это около 3 дней, этот пигмент. Возможно, еще остались немножечко там какие-то капельки где-то. Потом я уже пройдусь еще раз, посмотрю, я не очень хорошо вижу. Вот видите, уже
лучше. Более такой вот пигмент остался. На этом все. Спасибо, что смотрели. До свидания, до новых встреч!